Впервые в истории уральского шоу-бизнеса силами нескольких инициативных людей был организован концертный тур екатеринбургских музыкантов по 6 городам Свердловской области. Данная акция не являлась коммерческим мероприятием, была приурочена к дню рождения творческого объединения «Хит-хаус». Более 50 тысяч человек аплодировали музыкантам студии НП в Березовском, Первоуральске, Полевском и Сесерте, Богдановиче и Новоуральске. Концерты прошли с огромным успехом, что стимулировало и вдохновляло участников гастрольного тура, посвященного дню рождения творческого объединения «Хит-хаус», спонсорами которого стали фирма «Абак» и финансовая корпорация «Константин». Очень веселое впечатление от тура. Много концертов, очень веселых концертов. В принципе, довольно неплохих концертов. Хорошая публика, хороший звук, как правило. Замечательно. Мне больше всего понравились перемещения из города в город. Так это было замечательно. 6 дней первого летнего месяца екатеринбургские музыканты, администраторы, звукорежиссеры, гримеры всего в количестве 30 человек встречались около кафе «Москва», что на улице Малышева, грузили в автобусы пухлые саквояжики, сумочки, авосечки и инструменты, после чего уютно устраивали сами и брали курс на очередной культурный центр Свердловской области. После чего шумно и весело общались друг с другом в течение всего пути. Так, с Божьей помощью, с шутками и прибаутками, музыканты достигали очередной цели, то бишь очередного районного центра, при въезде в который облепливали стелу с названием города и фотографировались для семейного альбома.
Первые шаги по гостеприимной земле уральских районных центров были не такими и многочисленными, так как по приезду все музыканты отправлялись в ресторан для проведения обеденной трапезы. Славно от обедов артистическое братье направлялось осматривать достопримечательности, натыкаясь то тут, то там на пивные ларьки, что бесконечно всех радовало. Так, погружаясь все глубже и глубже в атмосферу праздника, музыканты добредали до места, где они должны были представлять неугомонной публике шоу. Шоу, которое было тщательно выстроено и отрепетировано. Ну вот, тур очень мне понравился. Очень хороший тур. Я очень рад, что этот тур вообще состоялся, потому что были определенные недоразумения перед тем, как отправиться в этот тур среди музыкантов, среди организаторов. Но все, к счастью, очень хорошо совершилось. И просто как бальзам на душу этот тур вообще. Появление музыкантов студии НП на концертной площадке означало первоочередную проверку качества сцены, ее прочности и удобства. Происходило это в каждом городе, так как покрытие площадки выполняли строительные организации на местах. Если же музыкантов что-то не устраивало, сцена подвергалась вероломной перестройке уже силами самих музыкантов и администраторов. После чего с чувством выполненного долга музыканты освобождали сцену для вступительного слова ведущего концертной программы вашего покорного слуги Алексея Амелька, который возвещал о начале 4-часового концерта под открытым небом. Thank you.
Публика шквалом аплодисментов и оваций встречала каждого музыканта студии НП, что, естественно, радовало артистов. О, хорошая публика, как везде. Классная. Публика всегда хороша, она права. Да. Для нее. Собственно. Надо только с ней уметь поработать как-то, что-то ей показать, может быть, где-то. Вот. Тогда она будет просто счастлива. Действительно, публика стояла, что называется, на ушах. Безустанно танцевала и пела вместе с музыкантами известные не очень, но не менее прекрасные песни, которых за время концерта звучало более 40. Что же касается самих артистов, принявших участие в концертах тура, то их было настолько много, что говорить о всех долго мы не имеем возможности. Поэтому о каждом вкратце. Максим Макриков, экс-лидер группы Доминика Хантера, с недавнего времени сольно работающий на концертах и в студии. Новый материал, над записью которого трудится музыкант, будет представлять собой некий симбиоз модного рэпа и старого доброго рок-н-ролла. Песни в исполнении Максима Макрикова вошли в ранг лучших композиций, записанных на студии НП, сборник которой недавно вышел на компакт-диске. Алексей Лазарев, приняв от Максима Макрикова эстафетную палочку, появлялся на сцене и радовал публику своими шуточно-блатными композициями с оригинальными названиями. «Скамейка, парк, стакан», «Мишка», «Девочка, дебильная», которую, кстати, музыкант и олицетворял своим появлением на сцене. Помимо исполнения добродушных композиций, господина Лазарева можно было видеть в роли ведущего концертов, продавца кассет и компакт-дисков на мероприятиях, посвященных дню рождения творческого объединения «Хитхаус». Ты увидишь вселенную, ты познаешь гармонию. Дважды два, не четыре, когда ты веришь в красоту. Абак больше, чем музыка. Далее на концертах тура с днем рождения «Хитхаус» появлялся представитель славного города Каменск-Уральский Сергей Комин. Особенность творчества этого музыканта в том, что его любовь к прекрасной половине настолько сильна, что название своим песням и альбому в целом он мог дать только следующее. Верочка, Натали, девчонок люблю. Что же касается самих девчонок, так после концертов можно с уверенностью сказать, что они, в свою очередь, теперь влюблены в Сергея Комина. Вера, Верочка моя, так идут года. Год прошел с тех пор, а может два. По праву в концертной программе принял участие профессиональный девичий коллектив «Консонанс», который в своих песнях поднимал проблемы тяжелой женской судьбы, что тут же нашло отклик в сердцах многих представительниц прекрасного пола. Настоящий фурор вызвало появление на сцене суперкостюмированного коллектива «Секскорд», чей компакт-диск с успехом разошелся на всей территории нашей необъятной державы. После исполнения всего 4 композиций группе просто не давали уйти со сцены аплодисментами и овациями, требуя еще и еще. На момент выхода на сцену следующего участника концертной программы публику уже нельзя было остановить. Она была настолько увлечена танцами, песнями и визгами, что кроме этого ее ничего не интересовало. Появление на сцене известного папараджа еще больше прибавило шума на тех огромных площадях, где проходили мероприятия тура с днем рождения «Хитхаус». Во мне шо радость, шо беда. Я в казино спешу всегда. Глаза горят огнем, когда идет веселая игра. Спасибо! Папарадж! После своего сольного выступления папарадж вовсе не собирался покидать сцену, а наоборот, обосновался на ней еще более основательно. Но вместе с ансамблем «Ботва», представление которого выглядело примерно следующим образом. Выступает дважды трижды знаменный орденов Козлова Сутулова второй степени, вице-лауреат денежно-вещевой премии композиторов Среднего Урала, дипломант фестиваля «Юность престарелая моя», незваный гость национального еврейского конкурса «Хуже Татарина», обладатель оригинального чугунного кубка «Лейся, пейся», победитель промежзонального подпольного медицинского осмотра «Поющие кишки», многократный участник международных увеселительных турне на суперлайнере «В последний путь» ансамбль «Ботва».
Сами же композиции из альбома «Овца по жизни» исполнялись не просто хорошо, а очень хорошо, радостно и задушевно. Ты ушла в заоблачный туман, опустив насмешлив во глаза, зараза она. В груди все тот же маленький наган, во глазах все та же бирюза, зараза. Брось, брось, жалеть не стану, я таких, как ты, еще достану. Ты же поздно или рано, все равно ко мне придешь. После фееричного выступления народного ансамбля «Ботва» сцена в буквальном смысле освобождалась ото всего, что на ней только могло находиться. Взамен чего на ней появлялась Анна Шторм вместе с группой «Стайр», выступления которых вы могли видеть несколькими минутами раньше. Перед тем, как рассказать о последней группе, принявшей участие во всех концертах тура, хочется сказать несколько слов о непостоянных коллективах, чье выступление проходило по объективным причинам всего в нескольких городах. Так, родина Артура Бушманова, город Первоуральск, вслазь потанцевала под заводные песни «Шанхай», «Контроль» и многие другие. Сосед же своим приездом порадовала группа «Лунный патруль», где исполнила несколько новых композиций, кои, вероятно, вы услышите и увидите на телевизионных экранах. Последние же полчаса в концертной программе были отданы известной группе «Империя», чье творчество на устах почти каждого сознательного представителя нашего общества. «Поезд на Ленинград», «Мой сон», «Солнце взойдет», «Летчик» и многие-многие другие композиции. Веселые и задорные империалисты вносили смятение в головы организаторов тура. Сможем ли, дескать, мы, выйдя на сцену после «Империи», сообщить публике о завершении концерта, не освистают ли нас? Позже выяснилось, опасения оправдались, народ хотел еще и еще. Именно тогда был найден компромисс, ибо и время перевалило далеко за полночь, и музыканты слегка притомились. Было принято решение исполнить общую коллективную песню Сергея Ивановича Чернышова «На сём» и завершить концерт. Ты не выдержали за парни, и сегодня я еще смотрю, звери шума ворвались в квартиру, в одну комнату мою, и оборвали медведю все ноги, долбанули его о паркет, все равно его нафиг не брошу, замечательный просто медведь. Однако после теплого и долгого прощания с очередным районным центром Свердловской области музыканты еще чувствовали все силы и продолжали музицировать. Правда, в гримерках. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пора, не нас зная. В заключение нашего рассказа хочется поблагодарить наших любимых спонсоров. Фирму «Абак» и финансовую корпорацию «Константин» и добавить лишь следующее. Первый опыт организации концертов под открытым небом в нескольких городах, организации концертных туров был не просто удачен, а очень удачен, интересен и продуктивен.